Ребята, нахожусь в Коноклах, тайм-центр. Сейчас сделаю быстрый обзор магазина Black Point. Парфюм турецкий, очень классно, мне нравится. Всегда я его беру здесь. Сейчас покажу, где находится. Заходите в дверь и до конца поворачивайте потом налево. Идем до конца. Поворачиваем налево. И вот возле вывески Макдональдс. Сам уже магазин. Небольшой, вернее, ларек Black Point. Хороший парфюм, разнообразный. Мне очень нравится Y101. Есть разные воды. Стоимость $12. И плюс еще вам дают, ребята, пробник. Вот такие пробники. Это понюхать, а побольше бутылочки дают как раз уже как подарок. Идет? Нет, это просто понюхать. А в подарок вам будут давать другие пробники, они побольше. 30, по-моему, миллилитровые. Вот магазин Black Point. По стоимости. Так что приходите. Можно рассчитываться картой, наликом. Карта МИР работает. Здесь получается разные ароматы. Магазин Black Point. Очень мне нравится. Я всегда у них беру. Я говорю, Y101. Приходите, выбирайте. Есть и дезодоранты у них, и в машину, нюхалки. И такой небольшой ларёчек. Тайм-центр Коноклы. Так, ребята, доходим до Шахина. Мерава. Мерава, нас сын. Супер, супер. Hello, hello. Хорошо, хорошо. Ну, кто-то там меня не узнал. Кто тут меня не узнал? Вы не узнали. Здравствуйте. На YouTube. Здравствуйте, здравствуйте. Не надо, но вы уже попали. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Как зовут тебя? Спасибо, брат. Да нормально. Она подпишется кого-то, хотела познакомиться, что ты это он, а я... Не снимай, не снимай. Все, хорошо. Ребята, приехали в Аланию. Конечная остановка. Банкоматы. Напротив банкоматов аптека. Сюда заходим. И покупаем все здесь. Мы Шахину сюда приехали. Аптека. Мерава. По ценам. Ой, даже не знаю, что по ценам. Приходите, спрашивайте. В принципе, вам все расскажут. Да. Шахин. Да, да. Да? Пацана нету, он пошел кушать. А, пошел кушать. Он нам нужен был, да. Померзах там. Сейчас дождемся. Так, ребята, я беру, короче, вот это и вот это. Сколько стоит по стоимости? Это амиграм, yes. Это? Аспирин, шипучий, таблетки. Да. Сколько стоит? Аспирин, шипучий. Ага. $100. 100 лир, 20, одна пачка. 20 штук. Одна пачка. 20 штук. Да, амигран. Амигран? Есть, тоже есть. Другой аптек финиш, а вот тоже есть. 36 лир. 36 лир? 36 лир, да. Ну все, покупаем. Есть. Виагры тоже есть, есть, да? Есть, да. Сиалис есть. Смотри, что конечная автобусная остановка. Да, да, я сказал, конечная. Это тоже есть? Да, тоже есть. А это что, тоже Виагра, да? Есть тоже Сиалис, 3 days. 3 дня? 3 days, да, 3 days. 3 дня будет стоять? Да, да.
это Крион. Что, что, что? Уже Крион есть. Крион, это что это такое? Крион. Для чего он? Крестор есть. Это слив. Холестерин. Желудок проблем. Крион. Желудки. Да, да. Ага. Это крестор, холестерол. А это что? Холестерол. Шахим, что это холестерол? Холестерол. Холестерол. Жирность. А, жирность. Крови. Все, ага. Много, ну, чего здесь. Много чего есть, да. Алвус, жонумет, сахар. Угу. Синджарди, форзига. Да, много выборов, в принципе. Приходим, выбираем. Все, ладно, буду закупаться. Спасибо! Спасибо. Спасибо большое. Ну все, бай-бай, бай-бай, бай-бай. Ребята, вот еще очень хороший магазин. Также конечная остановка Алания. На автобусе банкоматы, Акбанк-банкоматик, аптека и сразу вот такой вот магазин. Здесь мираба, мираба, мираба. Это уже ну, наши уже хорошие знакомые, да, уже давно я их знаю. Так, что здесь может? Мираба, мираба, мираба. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что у вас тут есть? Рассказывайте. Постельное белье есть, полотенце есть, халат есть, наштучки есть, пижама. По ценам? В среднем цена? How much? Синяя. Постельное белье от $20. $20. $20 – $100. От 20 до 100 долларов, да? Да. 20 есть, 25 есть. Наштучки есть. $10 есть, 20, 15, 40, $50. Ну, ребята, если будете приходить, обязательно говорить от Радмира и получите скидку. Yes. Yes, 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 получите yes, скидку, yes. Да. Так, ну, качество, ребята, я серьезно говорю, качество очень хорошее. Я здесь уже брал и футболки, и полотенце здесь брал, и постельное белье брал. Качество хорошее, всем советую. Так что приходим. Вот постельно, разное, разное. Полотенце. Полотенце хлопок ведь? Хлопок есть, бамбук есть. Хлопок, бамбук, это ну-ка. Джакард. О-о-о, прям во весь рост. Еще? Это бамбук. Это бамбук. Ну-ка, дай-ка потрогать. Бамбук. А это? Это жаккард. Жаккард. Махрово, нацеронно махрово, нацеронно клоп. Блин, отличаются, отличаются. Бамбук. От этого есть отличие, да. Это? Это есть хлопок. Хлопок, о. Вот хлопок, да. Это $10. $10 полотенце. Это? Ага. А если скажут, что от Радмира, то сколько? Сара? $9. $9, да, окей. Да. Ну, разное-разное. Текстиль, постельное белье. Ночнушки. Купальники, ночнушки, да-да-да. Вот. Да, много выбора. Товар качественный. Ну все, спасибо большое. Что? Подушка. Альвера. О. Ортопедическая. Ортопедическая. Да. Ортопедическая. Ой, ребята, блин, я прям ее трогаю, прям. Смотрите, он сворачивает. Подожди. Ага. То есть ее можно свернуть. И потом она развернется. Сколько стоит такая? Это $25. $25. Это что? А, это подушка, да? Вот, вот так она запакована, да? Да, чемодан. Да, вот так она запакована. Ну, супер. Конечно, подушка вот... Я прям трогаю, прям чувствую. Классно, хорошая. Хорошая подушка.
Спасибо. Спасибо вам. Все, ребята, приходим, говорим от Радмир, получаем скидку. Давай. Давай. Пока, давай, до свидания. До свидания. Ты шкиридрис. Спасибо большое. Так что приходим, выбираем. Тебя? Ладно, пойдем кушать. Приехали в Аланию, кафе Шефиньери, ресторан Корба Салон, находится напротив пляжа, вон с той с правой стороны гора, сейчас будем кушать суп. Где тень? Ну вот сюда, вот здесь, наверное, да? Обдувает? Да. Ребята, мы заказали суп килипача, пиво. Нам в дополнение принесли оливки, салат, хлеб и что это? Масло? Лимон. Лимон. Это масло там. Масло, это просто вот как бы аперитив. Бон аппетито! Сейчас еще будет что-то. Так. Принесли килипача. Кстати, он совсем по-другому выглядит. Наваристый. Да, да. Пусть делают виагра. Килипача виагра. Хорошо. Килипача виагра. Много. Так, добавлю, ребят, немножечко чесночного, немножечко такого, прям капельку. Добавь, Дамир, прям чуть-чуть, для кислинки. А то будешь пахнуть. Да, и вот это давай тоже. Господи, сколько хлеба-то принесли. И сыр еще. Сыр еще принесли, на. И лимон надо добавить, да? Лимон, без лимона никак. Да. Добавляем лимон. Тебе лимон делать? Так, ну такой прям очень наваристый. А еще сыр. Я говорю, это другой вкус. Да, не вкус, цвет. Цвет другой, ну. Не хочу сыр. Не хочешь? Не знаю. Так, пробуем. Как, Дамир, скажи? Это вообще какой-то другой. Вот это вот вкусный, невкусный. Это вкусный, не только вкусный. Вкусный очень. Ядерный, что там, блин? Ну, что напоминает? Что напоминает? Даже я вот не знаю. Холодец? Холодец, да. Да, да. Так, вкусно, да. Давайте я сейчас попробуем. Всем приятно. Тебе тоже. Ммм. Не зря пришли, да? Он совсем другой, чем в этом шефиньери. Вообще он другой. Абсолютно. Блин. Очень вкусный. Мне даже не холодец напоминает, а что-то. Даже не знаю. Холодец, бульон, чеснок, масло.
лимон, вот это все перемешки, во, во. Отличный. Это получается из мозгов, да, суп? Мозги, говяжьи мозги, да. Ребята, вот этот вот шеф-иньери, я вам стопудов тоже советую. Приходите, берите. Блин, обалденный. Очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Тебе тоже. Ребята, наш завтрак вышел на 300 с копейками лир. Это на троих. Получается, 3 супа килипача. 2 раза приносили сыр на тарелку. Пиво, чай, вода. Ну, на русские деньги 1000 рублей. Ерунда. Советую это кафе. Приходите. Все, мы едем в отель. Ребята, мы приехали. Спасибо большое, Тышки Ридри. Спасибо большое. Шахин, брат, спасибо тебе большое. Да, все. Да, конечно, все. Идем в отель. Ой, да, пляж. На пляж идем, точно. Камир, пакеты. Мои пакеты. Все. Все, давай, давай. Давай, брат, пока. Увидимся. Давай, давай. Пока. Давай, пока. Все, пока.